Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки в Wildberries и Озон. Итак, поехали! Покупочки в Wildberries, целый огромный пакет, много интересного, давайте вместе разбирать. Так, первое, что покажу, это у нас корм для кота новый. Не знаю, будет есть или не будет, поэтому взяла маленькую упаковку. Цена вопроса: за 400 грамм 106 рублей, что ли. Это мираторговский корм. Взяла для домашних кошек, полноценный сухой корм с говядиной. Расскажу потом, будет есть, не будет. Вроде составы не хочу, девчонок как едят. И видела, он в магните. Сейчас состав покажу. Вот он. Мясные ингредиенты: куриная, говядина, кукуруза. Ну, ничего так. Вроде девчонок едят, не знаю, попробую, может, ему тоже понравится. Дешевый корм, я не ожидала, что у Мираторг такой дешевый корм. Так, дальше. Крем-лапочка. Он теперь в новом дизайне. Девчонки, помните, я вам показывала крем Эмолент из детской серии «Лапочка». У них обновленный дизайн. Я, кстати, заказала в старом дизайне, потому что в новом было дороже на Wildberries одну упаковку. Думала, придет быстрее, чем с Яндекс.Маркета мой заказ «Лапочки», но нет. Яндекс пришел быстрее, мне заказ отменили, потом не отменили, а написали, что он задерживается, и произошла замена. В общем, мне положили в новой версии. Сейчас распакую, покажу. Так, здесь у нас что, я уже забыла, я открывала на принципе вот еще. А, это трусики и шорты. Сейчас все распакую, покажу. Так, ну поехали. Первый — это Ксюшке заказала, причем не из детской линейки, а, по-моему, 42 размер. Ну, во взрослый. Посмотрела и по цене, и так вообще адекватнее. Что-то я не найду здесь наклейку. В общем, я их уже все на Wildberries открывала. Я их посмотрела. Держи, котен, стягивай пакет. Вот они. Здесь, по-моему, 3 белых и 3 черных. Вот такие трусики симпатяшечки. XXL. Они что, издеваются? Это они прикольнулись. Слушайте, трусы, ну, маленькие. Почему? Этикетка такая. Я читала отзывы, причем на все. Глянь, опять XXL. Очень странно. Ну, Wildberries — загадочная страна. Читала отзывы, что на Ксюшке трусы, что себе вот взяла. Сейчас покажу, довольно бюджетно. Чистый хлопок. Вот на лето, потому что на лето хочется хлопка и крестюшки. И везде написано XXL. Но нет, это бредятина, конечно. Мы сейчас, конечно, посмотрим, примерим. Так, но вообще это бредятина. Вот сейчас с моими сравним. Даже оставим по размеру одни Ксюшкины. Так, а мои в размере 3XL. Здесь получается 2XL, да? Мои 3XL. И здесь вот такая упаковка. Они там есть разных цветов на Wildberries. А состав: хлопок 95, эластан 5. Обычные, без прибамбасов. Такие вот разноцветные трусишки. Здесь их сколько? Раз, два, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все правильно, 7. И вот как бы 3XL. То есть разница, в принципе, очевидна. 3XL. Хотя те тоже такие достаточно большие. Слушайте, вот я не посмотрела. Я не 2XL заказывала. Я заказывала точно меньше. Я заказывала 42-44 размер Ксюшки. Но они маленькие сами по себе. Они низкие. Посмотрим. Ладно, пригодятся кому-нибудь. И вот 3XL. Ну нет, нет, конечно. Это и напутано что-то с размерами. Ну, в общем, вот такие взяла. Нормально пошито. В отзывах там тоже смотрела. У кого-то приходят вот эти все боковые швы очень плохо выполнены. Прям вот много таких отзывов, но меня это все равно не остановило. Думаю, что верну. А у меня боковые швы обработаны отлично. Поэтому нормально. Так, крестюшки вот такие вот веселенькие, тоже хлопковые. А, 3 штуки здесь. И, по-моему, возраст, размер 2-3 года. Да, тоже 95 хлопок, 5% эластан. Достань пока, котенок. И заказала Ксюшке шорты бегать во дворе. Очень бюджетные. Можете для дома себе тоже посмотреть. Так, размер 152. Потому что было в отзывах, что они больше мерят. Трикотажные изделия. Два слоя. Совсем как-то девчонки бюджет. Что, по-моему, прям 100 с чем-то рублей. И шортики достань, пожалуйста. Вот, а крестюшки вот такие вот цыплятки. Ну, все ссылочки, как всегда, вам оставлю. Крестюшки-то практически как 3XL. Но детские, высокие такие трусики. Вот, ну посмотрим, не должны. Они, кстати, разные. Вот в тот раз покупала, тоже были разные. Смотрите, здесь резинка одна, а здесь резинка широкая. А вот тут опять как на первых. То есть интересно, конечно, выполнен рисунок. Но вроде, слушайте,
На ткани прорисован, то есть он не наклеенный. Прикольно, красивый, такие симпатюшные. Так, и дальше вот шорты во дворе бегать. Оранжевые, там две расцветки всего было. Оранжевая вроде поярче такая. Тут какой-то домик приклеен. Это резина прям приклеенная, даже не пришита, слушайте. Так, вот бренд, этикетка. Ага, смена. В общем, обычные шорты. Резинка, кстати, не пришита. К сожалению, но за такие деньги я и не ждала. То есть это может перекручиваться. А в целом нормальные шорты. Без карманов, по-моему. Да, карманов нет. Вот обычные такие шортики. Не сильно короткие, не сильно длинные. То есть все нормально в целом. Так, еще пришли мыльные пузыри. Сейчас отпакуем, распакуем, покажем. Это мы взяли для пистолета. Они, хотя мыльные пузыри сами, ну, как бы не раствор отдельно, но на них очень хорошие отзывы. Хорошо очень мылятся. Поэтому именно взяли в формате пузырей. Здесь целый литр, называется «Три кота». Такие они прикольные. Летом пузыри вообще улетают просто на ура. Я забыла цену. 100 с небольшим рублей, по-моему, литр. Банка вот сама такая прикольная. Вот они пузыри, на них хорошие отзывы. Так, смотрите, какая крышечка тоже прикольная. И здесь как бы палочка, пузырей тоже будет вылетать много. Кстати, когда они будут кончаться, палка доставать однозначно не будет. Она где-то до сюда. Но нам она и не нужна. Мы для пистолета чисто переливать в тарелочки. Для генератора мыльных пузырей. Так что вот так. Вот и померили. И что хочу сказать. Вот эти черно-белые трусы жутко маломерят. Где они? Вот они. Они жутко маломерят. Я заказывала 42-44. Действительно, размер. Я не знаю, почему здесь этикетка 3XL. 2XL, вернее. Это размер 42-44. И они жутко маломерят. Они низкие. У них посадка не очень. Не понравились. Конечно, поносим, доносим. Но это нифига не 2XL. Они очень маломерят. И вот эти, кстати, тоже маломерят. Я почитала отзывы. Кто-то писал, больше мерят. Нет, они маломерят. Они мне подошли, но это где-то 50-52 по факту. Вот эти трусики, это 50-52 максимум. Даже, наверное, 48-50. Еще одна покупочка с Wildberries. Это любимый бренд Free. Сейчас все открою, все расскажу и покажу. Мои девчонки его уже заценили, обожают, потому что идеальное соотношение цены и качества. Это у нас очиститель от всего, для всего. От пятен, от засоров, чистить драгоценности, посуду и так далее. Совсем он справляется. Это у нас с вами перкарбонат натрия. Здесь целый килограмм. Куча способов применения, которые вы можете почитать и в карточке товара, в том числе сейчас нажать на паузу на упаковке. И сейчас мы будем с вами выводить пятна. Выводить такие прям застарелые, потому что я набрала кучу одежды. Специально всегда набираю и потом замачиваю. Это гранулированный вот такой вот порошочек, который мы добавляем в зависимости от степени загрязнения и количества белья и воды. Я сейчас добавлю 2 ложечки. Мне этого будет, ой, вполне достаточно. 2 столовых ложки. Он абсолютно безопасен для животных, для детей и так далее. То есть это чистый продукт, который можно вообще без страха использовать. Смотрите, у меня вот такая белая футболка Крискина. Здесь какой-то мрак. Просто тихий ужас. Маечка тут в пюрешках где-то была спереди. Так, где у нас перед? Ну, она не сильная, но все равно я ее замочу, потому что такие пятна какие-то непонятные. Так, дальше у меня вот такие вот штанишки. После прогулки вообще бог знает в чем. Вот такие пятна. Штаны уже, в принципе, практически на выброс, потому что как она их только не уделывала. Но все равно. Так, кофта. Вот такая прекрасная, красивая. Даже не знаю, в чем. По-моему, она, мне кажется, в углях. На рыбалке жарили шашлык. Вот она ее все мне уделала. Вот такие вот пятна. Здесь по всей кофте. Смотрите. Жесть. Просто жесть. Вот такая вот кофточка у меня на повестке дня. Она пойдет отдельно. У меня большой тазик занят рыбкой. Сейчас куда-нибудь найду ее замочить. Тут тоже вообще вот здесь вот с этой стороны, смотрите, тихий ужас, просто тихий ужас. Так, наверное, кофта у меня сейчас пойдет отдельно, а вот это все я буду замачивать сюда. Вода уже закипела, наливаем. Такая у нас бурная реакция, и сейчас мы сразу погружаем вещи. Еще одну мисочку, все-таки, наверное, вот это белье сейчас в мисочку, а в свое маленькое ведерочко отправляю вот эту вот кофточку. Там какое-нибудь вспомогательное средство, у меня это вот такая деревянная лопаточка. И как следует в раствор вещи погружаем. Чтобы в момент реакции, девчонки, здесь идет выделение активного кислорода, именно в момент реакции перкарбоната с кипятком у нас с вами происходит максимальное расщепление грязи и выведение пятен.
И сюда у меня вторая партия. Все влезло, все хорошо. Все, теперь стоит. Ну, часика полтора будет стоять, потому что там пятна вообще жесть просто какая-то. Часика полтора постоит, и будем смотреть и отправлять в стирку. Блин, я сейчас буду чистить раковину от налетов, от всех делов, девчонки. Вот тут опять налет сюда постоянно собирается, хотя вроде кран не течет. Так, вот тут вот у меня какой-то налет. В общем, много налета всякого разного. Что я буду делать? Я беру ложечку. Перкарбонат. Вот так немножечко посыпаю везде вокруг. Заодно избавляться от неприятных запахов из труб. Сюда. Беру вот такой вот ковшичек свой, кофеварочку. Зачерпываю и поливаю. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. Все, поливаем с вами. Беру губочку. Вода уже начинает остывать, но я с ней не буду с горячей контактировать. И вот так все как следует протираю. Сейчас прям все очень хорошо отойдет. Вот и все. Протерла тряпочкой. Все отлично. Разводы все убрались. Раковина сверкает. Никакого постороннего запаха из отверстия для слива нет. Все супер. Еще одна задача. Я хочу почистить вот этот лоток для столовых приборов. Здесь скапливается тоже всякая пыль, налет и так далее. Поэтому сейчас все буду вытаскивать и думать, как это сделать. Смотрите, сколько здесь скапливается всякого налета. Это жесть какая-то. Я в кипяток буду делать это на раковине, а то сейчас как пойдет реакция. Насыпаю пару ложечек Brand Free. Вот, идет реакция. И как-то сейчас попробую сюда вот это все дело погрузить. Зайдет он у меня, но частями. Вот так, сначала одну часть, потом другую. Но сначала мне надо погрузить другие части. Так, вот это, она отсоединяется. Вот так все это дело у меня пока будет стоять. Потом минут через 10 приду, еще переверну. На ногти не обращайте внимания, сейчас сажусь делать параллельный маникюр, пока все замачивается. Потом вот так это все дело еще переверну. И постоит, так и будет у нас чистота. Смотрите, достала, половинка прям чистая. Теперь переворачиваю вот этой стороной. И здесь тоже, здесь вот дно, оно совсем чистое, перевернуло уже. Буквально 5 минут постояло, и все. Ну и все, вот так все великолепно выглядит. Ничего нигде не терла, просто сполоснула. Смотрите, какая прелесть. А кастрюля-то какая белая стала, в которой мы все замачивали. Просто огонь. Сейчас все высохнет, поставлю, и красота. Часа полтора прошло, я уже успела сделать маникюр. Уже холодная водичка стала, не тепленькая. Давайте кофту посмотрим с вами. Она была вообще жутчайшая. Справа. Вот тут. Так, слушайте, ну кое-что осталось, но это сейчас отстирается, я знаю, 100%. Так, уже нормально. Так, смотрим дальше. Вот эта кофта. Другая тоже, она прям справа была вся грязная. Здесь вообще все отошло отличненько. Так, штаны даже доставать не хочу. Футболочка. Ну, все супер, футболочка. Помните, какая она была жуткая. В общем, я сейчас все загружаю в стирку, потом покажу. Встиралось все, достала из машинки, давайте смотреть. Ну, вообще, все как всегда, отлично. Кофта, помните, здесь какая грязная была. Все, все замечательно, все супер со всех сторон. Рукавчики, все отстиралось. Футболка тоже. Ну, я никогда не сомневаюсь в этом средстве. Brand Free, как всегда, не подвел. Поэтому заказывайте смело. Ссылку, как всегда, оставляю под видео в инфобоксе. И постараюсь не забыть оставить в закрепленном комментарии. Кучки Wildberries, девчонки. Так, салфетки. Еще одна упаковка таких же салфеток, потому что по 300 рублей, потому что пусть будут, пригодятся. Сейчас они с клапаном. Цены на них всегда меняются. Здесь 6 пачек по 120 штук. Лето, на улице они всегда нужны, поэтому да. Так, дальше. Таня, спасибо, скидывала ссылочку на пазлы. Пазлы очень быстро пришли. Какие-то тут с магнитами, девчонки, говорили. Это деревянные пазлы для малыша. По 100 рублей они были, девчонки, 120, по-моему. Они уже в машине у меня в них играли, пока катались. Поэтому распакованные. Смотри, что-то мне Ксюшка показывала с магнитом. Единственное нарекание, фокус вернись, они воняют. Они уже выветрились у нас. Нет, чуть подванивают. Вот воняют деревом. Это деревянные пазлы. Здесь животные. Только вот почему-то по-английски написано. Как бы не очень хотелось. Так вот, они были целиковые. Девчонки их уже у меня разбирали. Вот коровка. То есть, ну и по-русски, по-английски. Коровка.
В общем, тут разные животных, там два вида было. Лошадка. В общем, малышам собирать. Так они разбираются. Ну-ка, разбираемся. Туго как-то разбираются. Боюсь поломать, потому что вроде и дерево, а вроде и ДСП какой-то. Так, ну-ка, то сейчас будут картинки отлетать. Да нет, вроде нормально разбираются. Нормально собираются. Чпок. Достаточно плотно собираются, то есть картинку можно поднять, это тоже плюс. Ну, там другие какие-то животные, кошечки, собачки, по-моему, 5 штук их. Так, дальше, девчонки, опять закопала вот эти трусики. Я вам уже их показывала. По 400 чем-то рублей 6 штук. Заказала больше размер, потому что они очень мало мерят. А это хлопок 5XL. 5XL это у них, по-моему, 54, если я не ошибаюсь. Достала, посмотрела, потому что отзывы разные. Опять к швам никаких нареканий. Все отлично. Те трусики Ксюшке оставлю немножко на вырост, потому что они мне тоже самый раз, но не настолько комфортно. А лето хлопок иногда подплатится, там одеть. Но тут, видите, не совсем идеальный шов, скажем так, фокус. Не совсем идеальный, но тем не менее за такую цену, 7, даже 7 трусиков, слушайте, это шикарно. Чистый хлопок без каких-либо наворотов, знаете, там вот критических дней вообще вот летом. Отлично, так, пригодятся всегда. Так, и тут полочка. Цена вопроса, по-моему, 500 с чем-то рублей, девчонки. Я заказала в двух размерах. 60 и 58, потому что я такие вещи люблю. Оверсайз. 95 хлопок, 5 эластан. Очень классные футболки под юбочку, под штанишки, подо все. Сейчас покажу. Хотела вам ее показать, что-то фокус никак не хочет фокусироваться. В чем суть? Здесь рукав цельнокройный, но, несмотря на это, скрывает все недостатки. Я сейчас одену, покажу. Горловина достаточно широкая, красивая, но черный вообще камера снимать не любит. Ну вот. Да, вот он рукавчик. И внизу, девочки, резинка. То есть немножко подсобрано, видите? Смотрится очень красиво и стройнит. И прям стройнит вообще супер. Почему оставила 60 размер? Он и 58 был хорошо. Но они маломерочки. Все равно берите немножечко побольше на размерчик. У меня 52 мой размер по замерам. А 60 оставила, потому что она смотрится достойней. Смотрится как бы... Ну, такая футболка, она не должна быть в обтяг. Она должна быть свободненькой. В общем, сейчас померяю. Вот прям очень класснючая и удобная. Такой вот вырез, нормальненький такой. Рукавчик. Свободно все, видите? Недостатки все скрывает. То есть длина рукава классная. И она вот так вот смотрится как-то, ну, дорого. Не на 500 рублей, скажем так. Она действительно классно смотрится. Вот замерила ее на пункте выдачи. Практически до середины попы. Видите, как она мне свободненько. То есть резиночка, она в принципе здесь в обтяг мне на бедрах. Не сильно, но то есть она прилегает. Можно поиграться, подтянуть, если с юбочкой, с какой-то повыше ее, да. То есть эта резинка, она сама вот задает форму. Я очень такие вещи на самом деле люблю, но давно не покупала, думала, пойдет мне, не пойдет. Идет безумно, девчонки, и очень стройнит, имейте в виду. Поэтому обратите свое внимание на футболочки. Тоже можно в нескольких размерах, у них возврат бесплатный, заказать и посмотреть, подойдет вам или нет. Мне прям понравилось. И она такая, знаете, легкая, она прям струится, как вискоза. Как вискоза вот струится по телу, очень красиво, все недостатки. Достаточно скрывает, прям скрадывает, вообще прям персик. Ну и на этом все, мои хорошие, надеюсь, вам было полезно, интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании. Проходите, смотрите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.